Лучший педагог Мирнинского района работает в Айхальском центре дополнительного образования. Сегодня на всех занятиях молодого специалиста Марины Рожиной аншлаги. Как удается заинтересовать современных детей и почему они с удовольствием идут на уроки, расскажет Нарыя Сивцева. Занятия робототехникой помогают мальчишкам в усвоении школьной программы, мотивируют к изучению физики, математики и окружающего мира. А молодой педагог Марина Рожина знает, как заинтересовать детей. Чтобы детям было интересно, и они всегда хотели приходить на наши занятия с удовольствием и уходили в хорошем настроении, с новыми знаниями. Марина Рожина идет ногу со временем, обучается на специальных курсах, следит за новинками в мире информационных технологий. В лабораторию, где занимаются ребята, закуплены только современные конструкторы. Неделю назад воспитанники лучшего педагога вернулись с районных соревнований. Наш воспитанник Беликин Дмитрий занял первое место в направлении шорт-трек. Детям очень понравилось, это было очень увлекательно. Для нас это был первый опыт в таких соревнованиях. Ну, надеемся дальше также продолжать участвовать. Марина Рожина – победитель республиканского конкурса, лучший педагог дополнительного образования, имеет и нагрудный знак «Надежда Якутии». Однако в коллективе опытного педагога ценят и за другие качества. 2 года Марина Рожина руководит проектом «Мы помним, мы гордимся». Волонтеры собрали десятки фотографий ветеранов Великой Отечественной войны. Многие имена уже были забыты. Благодаря этому проекту наши дети узнали о своих предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Были изданы газеты, была электронная выставка организована. И сейчас этот проект набирает силу, будет охватывать уже, я думаю, весь поселок. Марина Рожина – многодетная мама. 3 дочери – также воспитанники центра. Посещают разные кружки. Занятия девчонки выбрали по душе. Молодая мама помогает во всех начинаниях. Нарыя Сивцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».